одно устройство закрыто, вот здесь в палубе был прорезан люк. Помните, когда я вел вас в машинное отделение, я говорил, что по трубе можно спуститься, и есть еще центральный командный пункт. Да. Под боевой палубой. Вот он здесь находится под нами, у самого днища. Но сейчас эта труба заварена, ведь в палубе нет хода. А вообще ход был вот отсюда. И можно было именно отсюда, если здесь повреждение, или там уже невозможно отсюда командовать, можно было именно отсюда, из боевой рубки по трубе, она бронированная была, спуститься в центральный командный пункт. Здесь специально у двери броневой щит еще сделан для того, чтобы если дверь открывается во время